Но это не полная, это длинная полоска. И заснайпи люкера очень быстро. Еще два как-то завода на спам. Ну, массы должно хватить. Если не сможешь два завода на спам, хуже будет, но хотя бы заснайпи люкера. На спам? Ленда. Обычный спам. Понимаю, а чё в чате-то говорить? Ой, в Дискорде никак. А, я вышел из него. У меня 8 ядер по 2,4. 12 гиг азу и лагает сетом. Ну да. 2,4 это не очень. Че, я тут забыл мех Тимаков, вот этот мех забери. Если есть энергия, ты знаешь, что с ней делать, я надеюсь. Ну, хорошо бы было, чтоб ты знал. Так, где вы сидите? Мы сидим. Это. Я один сижу. Я вышел из Дискорда, это что-то лагало. Сейчас придут, их еще и грохнут. Ё-моё. Где там? Ай, эзотерик тем.
Ну сейчас он сдохнет, он реально не понимает, что ли, блин. Ну хоть капельку интеллекта, ну, пожалуйста. Почему так сложно? Тимаков, дропнись еще в эту горку. Ну, в эту, вмятину. Ты куда дропаешься? Ты же видишь, что там куча комов ходит. Я стакаю по возможности, а не по желанию. Блин, но он ни черта не видит, Тимаков. Да, дохлый номер. Дропается прям на комов. Вот это видишь? Хотя понятно, что он не видит. Если есть энергия, то кидай. Кому ты говоришь? Ты с ДС вышел. Тимаков меня слышит. И вообще, какая разница? Кому я говорю? Может, я сам с собой говорю? Вот Тимакову сказал, дропнись в этот. Он не дропнулся. Дропнулся на мид. Комом он там ходит. Не реклеймит, хочет сдохнуть просто. Окей. Интересно. Будет игра. Вот делает почему-то кранопонос то, что должен сделать этот. Хрен, как его? Тимаков. Ну почему он аиром-то не прикрывает? Он что, не видит, что ли? Да, ай, я ненавижу просто такие игры. Ну,
Ну просто в ауте заходит, и чтобы никуда не смотреть на карту. Ну, ни в одно живое место. Ну вот опять, ведет ли он Аир? Не ведет. Нет, он просто кружит над синенько. Да господи, ну убей ты чужой Аир, господи. Он убивает Маверика, самого бесполезного идиота. Я сказал же, Люкера убить. Нет, я выберу самого бесполезного для снайпа, его буду снайпить. Кто у нас самый бесполезный по статистике? А, Маверик. Вот значит, да, его. Положу Аир на танке и на зенитке и буду говорить, что смотри, Сид, как я снайплю Люкера. Или хотя бы чужого аирщика. Блин, я не понимаю, я бы мог Кроносу убить почти все мехи, но этого не случилось, потому что лень было один клик сделать, послать аир. Да даже если в ассист просто так кликнуть, то мне кажется, больше собьешь. В итоге, где его снайп? Я не вижу. Снайпа у него, он просто Т3 Аир клапает, ничего не убив. Мог бы Маверика хотя бы добить, но и этого даже ни того не добил, ни этого не сделал. Что, я не... Охренеть, ну почему каждый раз такое должно происходить, а? Ну просто валяется его кал. Я считаю, что это подстава намеренная. Уж тут-то это точно. Мне не показалось. Ну вот он не снайпит Люкера, он апает Т3 Аирку, да-да. А зачем снайпить Люкера, когда... Это Сид сказал, что? Нет, тогда я лучше Т3 Аирку апну, чем снайпить... Снайпить Люкера, да. Эффективно, конечно, эффективно. Ничего не скажешь. Ну, блин, я как будто вот со стеной говорю. Вот, когда я со стеной разговариваю, если бы я со стеной разговаривал, наверное, это примерно так же бы выглядело. Заснайпить Люкера? Окей. Сделаю 4 корсара, которых будет недостаточно. Пошлю их на Маверика. Ну, и в Т3 Аирку. Вот так ведь называется снайп. Нет, не играл. А что там, надо играть? Сид, зайди. Тут Нейтрон пришел, хочет поговорить с тобой. Я не люблю с людьми говорить. Я... Нет, это... Не особо говорящий. О, Маверик сейчас аннигилируется. Отлично, отлично. Надо готовиться к этому моменту, смаковать.
Ты шо за хай? О, страт, ни хрена себе. Был представлен грозным игроком. Да, блин. Почему она не выстрелила-то? Сдох страт. Ну а Ира у нас до хрена. Когда этот Тимаков начнет страт это делать? Боже мой. Никогда, что ли? Хотя бы кома помог. Или что-то. Непонятно. Вот это видят они или не видят? Скорее всего, нет. Тимаков отправит же на это, да? На этот спам. Или он подождет, пока спам убьет мехи. А, он СФ отправил на спам. Угу, а не ганшипы. Ну, в принципе, да, да. Рабочая такая тактика. Он сделает, интересно, ТМДшки, когда я сказал, что там несколько ТМЛок стоят. Я сомневаюсь. С чего бы ему делать? Это серьезно. Че он ты один мехи бомбит? Ну хотя бы грамм интеллекта, грамм. Не надо много, хотя бы, ну грамм. Ой, продолжает, ой, дебил! Блин, идиот! Ну за что?
Я не понимаю, как будто я какое-то наказание тут терплю, Фафи, а? Наказание терпимо. Ну когда-нибудь Тимаков, я уверен, но должен смотреть на карту то, что происходит, и реагировать на это. Сейчас он это сделает, да? Да? Сейчас? Нет, вот сейчас. Нет. Ну вот сейчас, да? Нет, тоже не сейчас, блин, а когда? Ну скоро. Сейчас, да? Нет, не сейчас. Ну скоро, это должно случиться, но не может же так всю игру продолжаться, чтобы не реагировать, да? Хотя может. Не, я уверен, что он может не реагировать. В принципе, до конца игры. Он просто весь аир на зенитке послал. Но я уверен, что он подумал, что это должно принести свои плоды. Как говоришь, не занесешь масульку. И ничего и не это. Если не занести, то не занесешь. Вот убил эту хреновую базу, а оказывается, что у белого, между прочим, который очков-то побольше, 1600, который не смог 1000-сотника продавить, оказывается, что ничего нету. Он играет на свой рейтинг, что пристал к человеку. Но я хочу, чтобы... Понимаете, можно играть свой, на свой рейтинг, а можно еще контролить юниты на свой рейтинг. Контроль юнитов от рейтинга не зависит, мне кажется. Или зависит в вашей картине мира. В моей картине он рейтинг... Ой, контроль зависит только от самого контроля. Ты за карты, но это нехорошо, конечно, но что ж поделаешь. Как там Верка Сердючка говорила, не схитришь, не проживешь, да? Ой, мразь, блинская мразь. Ни себе, ни людям, а? Ну это капец. Он забетонировал себя и меня от реклейма на миду, которого... Реклейм, который вообще никто... Контроль и рейтинг взаимосвязаны. Почему так, а? Вот бы туда ганшип послать, но кто же до этого догадается? Да, вот это проблема. Кто догадается сиду массу скинуть? Это тоже проблема.
Ну неплохо, неплохо. Мой Т-600-ник играет. Он уже почти... Ну блин. А что мне сказать плохого о моем Т-600-нике? Ничего не могу. Ну подумаешь, он в Т3 выходит на 5 минут позднее, чем 1200-ник. Ну и что? Он зато старается. Главное, не результат, а намерение, да, или как там говорится. Или все наоборот. Там до хрена и страшно. Надо нам апнуть. У них на базе чужие транспортники летают. Ну, блин, ну как так вот? Вообще, ноль зениток. Тут до сих пор не начался завод, боже мой. Это невозможно, твою мать. Гадский Суприм. Вот кто прописывал вот эти подфайдинги, я не знаю, сжечь на костре. И Тимаков, еще раз говорю, у тебя есть транспорт, ну дропнись ты в эту ложбину, пожалуйста, сегодня. Это надо сделать. Не, белый догадался быстрее, чем Тимаков за пол игры. У них, наверное, уже экспа идет, но мы не узнаем. Лучше об этом не знать, а то испугаемся, и все. Мораль упадет. До сих пор это просто его троллят, вот этого нашего о, поешь что ли? Нет, не фае еще. Окей.
Так, экспа, нюка, что там? СНДшка. Кто-то услышал. Тимаков, сделай паука, пожалуйста. А то этот, не знаю, боюсь, не сможет продержаться. Хотя, может, он сможет, но... Лучше не рисковать. Красного кома с плешем-то не убьют. Тимаков, если ты не возражаешь, шаир свой подними, пожалуйста. Ну, конечно, ты возражаешь. Я не буду заставлять тебя. Как я могу заставить тебя контролить или смотреть на карту? Нет, нет, нет. Там страт. Ну, там страты, да, возможно, летят уже. Спасибо, Тимаков, что когда сказали там страты, ты полетел. Ты настоящий союзник, так сказать. Так называемый. Неплохо ты сыграл, Тимаков, на Ирим, ну да. Почти все сделал. Для слива, но немножко не хватило. Ну, в следующий раз заруинить получится. Понимаю твое огорчение. А, или лучше в этот раз заруинить, да. К этому белому так и транспортники сюда уходят. Ну, что сказать? Хорошего. Так у меня, похоже, наикрутейшие зрители, хотите сказать. Я спорить не буду. Возможно, так. Второй заход красный. Почему туда не долетело? Я же до хрена отправил. Thank you.
Ну, сейчас он еще заснайпить меня попробует, может быть. Телемайзером надо. Антителе. Корячить. О, есть, наконец-то, наконец-то. Это сильно поможет нам, я думаю. Ой, Тимаков, молодец. Хорошо сыграл. Я думаю, на фойе достаточно будет. Удивительно. Вот и каждый раз мне попадаются такие мразы. Мрази, или как это по-французски? Мрази. Вот белый этот не может, мать его, продавить 1200-ника, которому я стратил мехи, которому я, блин, да, блин, даже перечислять будет долго. Ген захреначил, это захреначит. Посмотрим, сколько Тимаков отправил юнитов. Точнее, не юнитов, а на реклейм. Инжей. Сколько же там на самом деле? Наверное, дохренище. Или там же не может быть ничто. То есть двух челиков заснайпили, а Тимаков все равно стоит без щитов, с выключенными, точнее, щитами. Это интересно, это не, интересно. Я не буду заставлять его дропаться на мою базу. Нахрена это дело? Не, ну, а если действительно подумать, ну вот дропнется он комом на мою базу, ну и что, там будет слишком безопасно. Как он тогда подохнет? Ну ничего там нет, эта мразь все равно не атакует, простите, но, блин, наблюдая такое, у меня просто... все трясет прям. Вот реально, ему вся команда помогает. Этому 1600-нику, он IQ не хватает просто кликнуть, отвести юнитов. Ну почему так? Этот все еще на Т2 мехах строит свое говно. Господи, может через пару тысяч лет эта стройка закончится великая. Так, Тимаков до сих пор не дропнулся на мою базу, но это да, программа слива все еще не закончена. Это понятно. Токсик? Но если мне сливают, почему я должен радоваться тому, что мне сливают? Я вот не... Объясните, пожалуйста, вот. У вас, наверное, есть это ему объяснение? У меня нет.
Я что, должен молчать, когда мне руины? И к чему это приведет? Я не видел твое говно, конечно, простите. Я уж и смотреть, пожалуй, не буду. Он смог. Так, Тимаков до сих пор еще не дропнулся на мою базу, но это понятно. Это все это из-за интеллекта, рвущегося наружу. Интересно, вот, а есть ли там нюка? Сделает ли Тимаков флаки, имея Хайлы? Дропнется он ли на мою базу? А, нет, это я где-то уже говорил. Ну да, 500 раз всего лишь. Так, поведет ли он весь свой ир на Т-3 зенитки, мой союзник? Поведет, конечно. Конечно. Столько вопросов и так мало ответов. Это да. Перестанет ли лагать, когда стало меньше игроков в игре? Еще один вопрос без ответа. Бомбит, что не зайду, то сразу сид бомбит. Когда-нибудь обязательно, но не сегодня. Ну почему я по ленду воюю? Ну я с первой игры, ой, с первой минуты игры аирщик. Почему у Тимакова над зенитками мехи даже не заняты? Вот объяснить и понять бомбит невозможно. Это да. Если у него теледев мало, если у него СНДшек тоже мало. Он до сих пор не дропнулся на мою базу. Окей, окей. Хитро, в принципе, да. Спасибо. Спасибо, Стокшок. Господи, спасибо за пинг. Твоих оппонентов убили полностью. Спасибо, что ты пингуешь. Уж что ты сделаешь, ноль флаков. Верхняя фабрика не строит АЭР. Да? Окей. Снова помогают, а? Мои эти зрители. Вот бы... У всех такие классные зрители были. Не знаю, наверное, у него заряжено, но попробовать стоит. Он пришел фэтбоем, чтобы стоять им. Это хитрая тактика. Инновационная. Понять ее может не каждый, но...
Возможно, она сработает через 200 лет, а может даже через 300. Она просто, эта тактика еще не обкатана. Я понимаю, что катить его на корсары в отбой не лучшая идея, но и щитов-то нет, и флагов нет. Сколько шла твоя самая длинная катка в игровом времени? Где-то 4 с чем-то часа вроде бы. Не такая уж особо длинная, но может быть. О, да. Так это значит, у Люкера там и нет второй СМДшки. А, Маверик-то первый слился, и вот пишет умный комментарий, как обычно. Тимаков не понимает, на какую базу ему дропаться. На мою? Где больше щитов? Господи. Вот его два Т2 щита, которых пробьет два страта. Либо у меня куча. Ну, конечно, тут не понять. Я согласен. Лучше без щитов стоять. Вот три раза снайпили, насколько я помню. И все равно не понять. Ну что ж, когда-нибудь в один момент. Драпаться на ту базу, где больше щитов, или на ту, где больше щитов. Не знаю, может мне массы у него выпросить? Вот заметьте закономерность. Заметьте. Чем больше игроков из игры выходит, тем лагает больше, а не меньше. Да? Мне вот интересно, что на банезе Кронос, и почему он меня так часто скаутит. И мне интересно, почему этот тип, это оранжевый, не ведет фэтбой вместе с белым фэтбоем. Наверное, он что-то знает. Только что. Ой, там Нюка, да? Окей. Ну, Тимаков же не дропнулся на мою базу, потому что у него есть СМДшка, ладно. Это объяснимо. Ой-ой-ой, зенитка, зенитка. Тимаков спит? А, ну да-да-да-да. Он же не просыпается, в принципе. О, снова страта его оппонент. Ну, сейчас Тимаков проснется. Ну, в один-то момент. Ну, не всю же игру спать. Ну, это как-то странно было бы, нет?
Или это норма? Я что-то не в курсах, кстати. Пауком он управлять не будет. Это понятно. Бедный Тимаков. А Сид не бедный? Может. Интересно, вот сейчас он будет управлять? Давайте посмотрим. Он говорил, что он не лагает. И это не он лагает. Оранжевый все еще фэтбоем стоит, ну правильно. Сделал, чтобы стоять. Как? Для чего же еще? Так. Как он Аиром управляет, все в жопу дает в себе. Молодец. Нет, не все. Он дропнулся, боже мой. Вот это да. Его бомбят. Экспу. Вот это да. Хорошо, что у него хотя бы зенитки есть. Вот это да. Он не полетел дальше страты убивать. Вот это да. Паук стоит. Вот это да. А где страт-то? Мне казалось, там за карту улетела часть, не? Вовремя он дропнулся. Да. Ой, что-то у меня тут щит выключился. Может, все-таки... А, да, страт это из-за карты сюда прилетит. Я понял. Но я не увидел, но я... Понял. Так, у Люкера СНД сдохло. Это хорошо. Тимаков Фаер опять выиграл. Опять выиграл? А чё ж наш стратили-то, если он все выигрывает, да выигрывает. Бесконечно. Повезло. Вот это да. Надо ему факторку Инжей дать, пусть занимает, а то мне лень. Ему надо ген построить отдельный. Его собственный пусть будет ген. Вот там опять страты летят. Остановит ли он их? Он их не видит, похоже. Ладно. Бывает. А спутник не умрет от нюки. Нет. Этого не может произойти. Тимаков норм для своего рейтинга играет. Жесть.
Да просто меня обидело то, что я ему в начале игры сказал, что сделать, а он не сделал. Я говорю, снайп Люкера. Он мог бы заснайпить Люкера. Ему просто надо было 14 корсаров сделать. Все, ничего больше. И тогда бы страданий не было. А так меня почти грохнули. Повезло, что у меня хайвы были. Иначе бы кирдыкус.